Вот схема захоронения. Архипелаг ГУЛАГ. Вот. Какая карта. Огромная. На 4 метра вглубь копали техникой, тракторами рвы, и в них сбрасывали людей. И между слоями очень тонкий был слой земли, прокладки. На территории. Все захоронения идут, одни захоронения. Вот. Джунковский, государственный деятель Российской империи, адъютант великого князя Сергея Александровича, московский вице-губернатор, московский губернатор, товарищ Министерства внутренних дел и командующий отдельным корпусом жандармов, командир 8-й сибирской стрелковой дивизии, генерал-лейтенант. Джунковский был талантливым администратором, заслуживающим уважения любой жителей губернии. Он проявил себя как реформатор, возглавляя политическую полицию империи. Во время поездки на свою родину в Полтаву он был арестован в ОЧК и обвинен в поддержке самостоятельности Украины. Свой арест он описал так. В ночь с 3 на 4 декабря 1937 года Джунковский был арестован по обвинению в контрреволюционной деятельности. Воспоминания о последних днях Жунковского в Бутырской тюрьме оставил известный писатель Иванов Разумник. Это был обаятельный старик, живой и бодрый, несмотря на свои 70 лет, с иронией относившийся к бутырскому положению. За 3 дня нашего соседства он столько интересного рассказывал мне о прошлых днях, что на целую книгу хватило бы. К великому моему сожалению, его увели от нас, куда мы не могли догадаться. И при отсутствии каких-либо вещественных доказательств по постановлению тройки, он 21 февраля 1938 года, Джунковский, был расстрелян на Бутовском полигоне 26 февраля 1938 года. На этом все.